Так, друзья, всем привет. У нас сегодня вот такой вот ливень идет, дождь, сильный ветерочек такой, шквальный, порывами такими сильными. Вот. И как дождь в куполе слышится. Вот можно сесть, спокойно посмотреть, послушать. Вот так вот, друзья, будет слышаться дождь. Довольно-таки сильный, кстати. Микрофоны здесь два, записывают в стерео, довольно-таки хорошего качества, поэтому можно оценить. Так. Давайте сейчас откроем окошко. Я внутри дом не снимаю, у меня здесь как дачный дом, он используется летний, поэтому без отделки еще, поэтому не очень красиво. Не знаю, на камеру это видно или нет, но дождь довольно-таки сильный идет. Косой такой. То есть он косой, и вот на эти панели, сейчас приходится основной дождь. Ну вот да, здесь вот слышновато. Но когда тут будет коридор, перегородки, допустим, если бы было, то это бы уже не так вообще слышно было. Хотя в гостиной, да, наверное, слышно бы было все равно. Но это мелочь. Спальня будет все равно с потолком. Поэтому она будет абсолютно звукоизолирована от звуков града, дождя и сильного ветра, ну, который через окно, только если будет слышно. Ну, это мелочи, полная мелочь. Вот так ведет себя дом при сильном дожде. Всем спасибо, всем пока. Не забудьте подписаться на мой канал, друзья.